кто-то пострадал от боевых действий, а кто-то пострадал от боевых людей, будем там говорить, у которых боевые действия, наверное, где-то в душе. Служащего мы увидели енотика, он был, наверное, на 1/3 часть его ладони. И он стоял и кормил этого енотика, получается, с бутылочки. Там бутылка была больше, чем енот. Ну, мы с дочерью подошли сразу с детьми, как бы, к нему. Сразу просто дайте, пожалуйста, погладить. Потом его можно подержать. А потом, ой, подарите нам его, пожалуйста, зачем он вам нужен? Ну, как бы так и получилось. Что у него нет части задней ножки. Ему мать по каким-то причинам неизвестным нам откусила. В стрессе, может быть, откусили, а заводчику просто не захотелось с ним возиться. Разбитая, я захожу в вольер к енотам, просто вот там где-нибудь на полку сажусь, один за ухом чухает, другой где-то за пазуху лезет, третий нос его подставляет, чтобы его поцеловали. Ну вот как можно возле них где-то там, я не знаю, быть с плохим настроением?